Жители второго Муринского проспекта пытаются решить вопрос с утилизацией мусора. Контейнерную площадку во дворе дома 41 ликвидировали месяц назад. Баки убрали после пожара, который произошел здесь еще в начале октября. Восстанавливать площадку местные ТСЖ не стали, устроив здесь новые парковочные места. Жильцам предложили пользоваться мусоропроводом. Впрочем, чище на месте контейнеров не стало. Это уберут, и все равно здесь будет то же самое. Сразу же, ведь уже сделали стояночку. Единственное, что если они вот так впритык, так все равно рядышком выставят все. Не добившись ответа от местных ТСЖ, горожане обратились в районную администрацию. Там заверили, отсутствие контейнеров – мера временная. В данный момент мы работаем с ТСЖ для того, чтобы они определили место сами. Это их вправо, их обязанность, где будет находиться новая контейнерная площадка. Какого она будет типа? Также они будут согласовывать, так как ТСЖ, который там находится, и 41-й дом, и 39-й дом, ну рядом вот там три точки стоящие, они на самообслуживании. Сейчас представители ТСЖ ищут возможности места и разговаривают с жителями, где они хотели бы видеть контейнерную площадку. В итоге обещанный контейнер все же появился в соседнем дворе. Для того, чтобы избавиться от крупногабаритного мусора, жители теперь вынуждены совершать крюк по кварталу. Ну а менее ответственные их соседи по привычке продолжают складывать отходы на месте старой площадки.